Ребятки, всем привет! Давненько не выходили новых видео, но я болею, даже сейчас болею, но надеюсь, то, что меня слышно хорошо, кашлять я не буду и покажу вам еще несколько посылочек из Китая. Это посылки с сайта AliExpress. Здесь у нас должны быть 3D бабочки. Давайте мы нащупаем, где нам можно надрезать. Так, информация по заказу. 65 рублей я за них отдал, это 97 центов, сейчас они стоят 67 рублей. У продавца есть синие и фиолетовые бабочки, 12 штук в наборе, и шла посылка 50 дней. Какие-то там были трудности у продавца. Так, открываем. Открыли. Ну что ж. Вот такие у нас бабочки. О, уже, они уже хотят на волю. Уже рвутся в бой. Так. Это мы раскрыли. Давайте теперь на бабочек посмотрим. Так, а на чем это они? На магните? О, да. Бабочки у нас на магните. А, прикольно, можно на батарею так навешать. Ну вот получается у нас вот такие бабочки. Так, давайте вспышку выключу. Раз бабочка. Два бабочка. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 12 бабочек и идут с ними вот такие наклеечки. Я так понимаю, это наклейки двухсторонний скотч, чтобы если типа вам не нужно на магнитах клеить, можете наклеить их вот, да, на такой двухсторонний скотч. Тоже здесь 12 штучек. Все норм. Вот такой наборчик бабочек прикольный. Да, очень красиво. Я доволен. И качество у них хорошее. Давайте смотреть дальше, что у нас есть. А дальше у нас будет это для детей. То есть для мам. И для пап молодых. Здесь у нас слюнявчики. Вот такие, посмотрите, даже редко бывает, чтобы китайцы так делали. Прямо на коробке указывали. Что это? Какой цвет? 143 рубля стоит один такой слюнявчик. $2.13. Или 144 рубля сейчас. Шла посылка 27 дней. И у них называется это нагрудники. Ну, у нас называются слюнявчики. Здесь должно быть две штучки. Так, о, какой крепкий пакет. Так, что у нас тут? Что тут еще? Ага. Вот, тут даже подарочек какой-то. Не подарочек, это типа пожелания там и поставь мне, друг, 5 звезд. 5 звезд по всем пунктам. Вообще продавец очень хороший вот этого товара. Он мне прям как только отправил заказ, написал. И постоянно писал то, что вот посылка шла, сколько я сказал, 27 дней. Я думаю, это вообще-то это нормально как бы. Но он постоянно писал, типа, ваша посылка идет, не переживайте. Да я и не переживаю. Так. А слюнявчики-то у нас и непростые. Сейчас все покажу. Ну, во-первых, они такие большие. Вообще супер. Такие большие они на весь мой стол. Здесь, как видите, вот если кормите ребенка супом, жидкость вся будет вот сюда сливаться, то есть она ему на ноги не попадет. То есть вот такой кармашек есть такой, специально для этого дела. Вот такой материал, пленочка. Конечно, мне кажется, что она не супер водостойкая, но если так суп, то точно жирная не попадет на вашего ребенка. И, как видите, этот слюнявчик сразу с рукавами. То есть если ваш ребенок учится кушать, вот здесь на липучке у нас все сзади. Вот, если он у вас учится кушать, вот здесь рукава, одеваете на него, застегиваете на липучечку, оп, и все, и ребеночек
сам кушает, чтобы у него ручки не запачкались, чтобы грудь не запачкалась, под самую шею. Короче, класс, класс, класс. Вот тут немножечко ниточки торчат. Но это все, все мелочи. Вообще вещь очень полезная. Мне очень нравится. Так, посмотрим, что у нас за лейблы здесь. Ну, ткань, из чего это сделано, непонятно. Все на китайском. Типа на вешалке надо хранить. 40 градусов. Стирать. Гладить нельзя. Какие-то химикаты нельзя. Так, ну вот такой у нас один получается Микки Маус. На барабане играет. Синенький. И давайте посмотрим. Так. Желтенький. Давайте откроем вам. Там продавца три цвета, по-моему, вот это как бы синий мальчишеский, потом желтенький, я считаю, что это такой универсальный, и еще там, по-моему, есть что-то розовое для девочки. Так, а здесь у нас вот такой Винни-Пух играет на арматуре какую-то мелодию. Ну, все то же самое. Здесь у нас резиночка, ну, тоже ниточки такой, где торчат. Ну, все можно обрезать. Все будет отлично. Здесь у нас тоже резиночки. И здесь липучечка. Все работает. Так что советую вам покупать это. Вообще класс. Бабочек тоже советую покупать. Обалденные бабочки. Приклеится на телефон, интересно. Я к телефону не магнитится. Наверное, у меня нет металла в телефоне. О, зато вот сюда примагнитилось. Как будто примагнитить, чтобы в кадр попадало. О! Ну-ка, макросъемка есть? Нет, нету макросъемки. Ну вот так мы с вами все с Винни-Пухом, с Микки Маусом и с бабочкой мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. У меня уже на канале уже скоро 100 подписчиков. Будем разыгрывать конкурс. Спасибо, друзья, все, которые подписались и смотрите меня. Мне это очень важно. Спасибо вам большое. Пока.